Après, vous. Second.
Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Вчера мне рассказывал дедушка Женя. Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул мой дедушка: «Родина с нами!» И все побежали навстречу врагу. И стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались о смерти, забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили. А деда медалью потом наградили. Я мало знаю о войне. Лишь по рассказам, фильмам, фото. Но вот мой родной прадед войну от дома до Берлина топал. Он в огнедышащем бою сражался, позабыв о страхе. За мир, за родину мою врага отправил на плаху. Прапрадед мой сапером был, войну прошел, наград немало. За нашу жизнь он воевал, чтоб родились я, дед и мама. Пролитых слез не сосчитать, но День Победы праздник светлый. Мы вспомним всех, кто воевал. Цветы несем и говорим спасибо. Обелиска, застыли еле в карауле. С неба мирного ясна, идут года в тревожном гуле. Осталась далеко война, но здесь у грани обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущих душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас. Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей. А время с возрастающей силой подчеркивает их величие. День Победы! Великий праздник великого народа, великой страны. Для нас он был и остается самым главным. Митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым.
начальнику территориального отдела Дубровицкой администрации городского округа Подольск Боярко Валерию Васильевичу. Дорогие соотечественники, дорогие друзья, ровно 72 года назад в такой же веселый, солнечный майский день прозвучало великое слово «Победа», которое уже 72 года идет по всей планете. Страшную цену заплатил наш народ, советский народ, многонациональный народ за эту победу. Более 20 миллионов жизней отдано было. И глубоко символично то, что сейчас еще живы те, кто прошел эту войну, кто видел ужасы этой войны. И мы всегда с вами должны помнить, что благодаря им, тем, кто погиб, и тем, кто еще жив и находится рядом с нами, мы можем трудиться, учиться, строить планы, радоваться этой жизни. Сейчас сложное очень время. Многие пытаются чернить великий подвиг советского народа, пытаются украсть это слово «победа» из нашего лексикона. Но мы уверены на то, что это им не удастся. И особенно приятно то, что сегодня здесь находится очень много детей. Именно вам хранить традиции наших отцов, прадедов, дедов. Именно вам продолжать приумножать традиции нашей страны и нести это слово «победа» на века. Я хочу вас еще раз поздравить всех с великим праздником, с Днем Победы. А нашим ветеранам пожелать крепкого-крепкого здоровья, счастья. Храни вас Господь. С праздником вас, дорогие друзья, с великой победой. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать войны той муки. И вашу долю все это пришлось, тревоги, голод, холод и разруки. Спасибо вам за солнце, яркий свет, за радость жизни в каждом миге нашем. За трели соловья и за рассвет, и за поля цветущие ромашек. Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Камбуровой Татьяне Кузьминичне. Дорогие товарищи, дети, разрешите вас от души поздравить с таким знаменательным праздником День Победы. День Победы приближался к дружбе народов, многонациональной нашей страны, которая начинается от Камчатки до Калининграда. В связи с сплочением народа мы победили злейшего врага, который напал на нашу страну, разрушил нашу страну. Страна наша лежала в руинах от Брестской до Можайских границ. Вы знаете, что война никогда не приносит добро и счастья, только горе, как говорят, слезы и убийства людей. Много пришлось страдать. Труженикам тыла много пришлось страдать. Детям, подросткам. Я им пожелаю сейчас, детям, быть дружными, быть оптимистами, всегда идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом. Дружба народу помогает везде, и в труде, и в победе. Но многие наши враги сейчас хотят перекроить нашу историю жизни, но им это не удастся. Я думаю, что вы, молодежь, поддержите нашу эстафету, вы будете стойко стоять на защите нашей Родины, проводить все мероприятия в жизни, чтобы жилось наше народ хорошо поколение. Так что светлый путь вам, дерзание, побеждание, чтобы вы всегда были впереди, чтобы радовались вам, мама и папа. Всего вам хорошего. С праздником. Всего чего. Слово предоставляется участнику боевых действий, ветерану вооруженных сил Калюжному Олегу Михайловичу. Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, собравшиеся, я хочу поздравить вас в этот памятный день наступления 9 мая с этим праздником. Я, как внук своих дедов, которые прошли эту войну от начала до конца, как сам родившийся на земле Беларуси, которая много выстрадала от этой войны, которая прошлась сначала
от Берлина до Москвы, а потом обратно, как сам участник боевых действий, хочу вам пожелать этого мирного неба, не дай Бог увидеть эти страшные дни. Кажется, в книжках это очень красиво, но на самом деле это очень страшно. Воспоминания деда, я это как сейчас слышу. Хотелось бы поздравить вас с этим еще раз днем, что вы гордились своими дедами, своими прадедами, своими славными историческими минутами, которые они прошли. И хочу вас еще раз поздравить с этим праздником, что вы помнили об этих днях, и они никогда больше не повторились на нашей земле. Пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда. Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети. Слово от молодого пополнения предоставляется Полешовой Алине, учащейся 32-й школы, воспитаннице молодежного центра «Максимум». Мы, подрастающее поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, которые отдали свою жизнь за наше будущее. С праздником вас! С Днем Победы! Света было в нем. Мы с
Смена на пост! Пост! Принять!
Внимание! Митинг, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.